Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 11 июля 2022 года, появилась вот эта информация. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что нужно организовать восстание 60 аннексированных Россией народов. Ну, имелось в виду, так сказать, оккупированных территорий России этих народов. И вот меня не оставляет такое вот чувство, что вот эти на Западе, включая Польшу и другие люди, они не понимают психологию российских. Вот этот Лех Валенса, говоря вот эти слова, чем он думал? Он думал головой или пятой точкой? Я лично считаю, что он думал пятой точкой. Потому что такое заявить, ну еще года три тому назад, два тому назад, может быть. Может быть, и можно было это заявить. Но сейчас я лично считаю, что эти люди на Западе, они наивные, ну как дети до 7 лет. Это мое такое мнение. Это заявить такое. Кто там будет восстание эти делать? Вы что, совсем ку-ку? Одумайтесь, пока не поздно. Смотрите, что мне пришлось там у вас восстание делать. Этот Путин уже у вас там купил все, что можно только.